Құрметті төраға, құрметті Нұр Отан Халықтық Демократиялық партиясы мүшелері, біздің алдымызға елбасымыз айқындап берген міндеттерді жүйелі түрде іске асыру елеулі нәтижелерге жетуге мүмкіндік берді. Баршаңызға мәлім, 144 елдің ішінде Қазақстан жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексі бойынша 21 саттыға биіктеп 51-ші орынға ие болды. Еуроаймақтағы дағдарыстың тереңдеп, Еуроодақ елдері мен АқШ-тағы экономикалық даму қарқыны бәсеңдеп жатқан уақытта бұл біздің бағытымыздың дұрыстығын дәлелдейді. Жыл басынан бері еліміздің жалпы ішкі өнімі 5.6%-ға өсті. Макроэкономикалық және қаржылық тұрақтылық сақталып отыр. Өткен 9 ай ішінде инфляция 3.9%-ды құрады. Былтыр бұл көрсеткіш осы кезеңде 6.2%-ға тең болатын. Жыл басынан бері еліміздің халықаралық қорлары ұлттық қордың қаржысын қола алғанда 10.9 миллиард долларға өсіп 83.8 миллиард долларды құрады. Бұл қаражат алдағы уақытта да еліміздің даму қарқынын қамтамасыз ететін болады. Қазақстандықтардың табысы да артты. Ағымдағы жылдың қаңтар-шілде айларында орташа жалақы 11.7%-ға өсіп 98 мың теңгеден асты. Халықтың нақты табысы 8.6%-ға өсті. Жұмыссыздық тамыз айында 5.2%-ға дейін төмендеді. Дегенмен еліміздің негізгі сауда әріптестеріндегі экономикалық құлдырау, олардың тарапынан сұраныстың азаюына, елімізде өнеркәсіп өндірісінің қысқаруына әсер етуде. Оны өздеріңіз жақсы білесіздер. Бұл әсіресе көмір, темір кені, металлургиялық өнімдер өндірісінде анық байқалып отыр. Соған орай, үкімет жыл аяғына дейін экономика салаларының даму көрсеткіштерін нақтылауға кіріседі. Сонымен қоса, биылғы жылғы республикалық бюджет параметрлерін де қайта қарайтын болады. Құрметті әріптестер, бүгін біз сіздердің назарларыңызға еліміздің 2013-2017 жылдарға арналған әлеуметтік экономикалық даму болжамын және 2013-2015 жылдарға арналған республикалық бюджет жобасын ұсынып отырмыз. Бұл құжаттар елбасымыздың әлеуметтік экономикалық жаңғырту Қазақстан дамуының басты бағыты атты жолдауында Қазақстанның әлеуметтік жаңғыртылуы атты мақаласында айтылған тапсырмаларына және Нұр Отан халықтық демократиялық партиясының бағдарламасына сәйкес жасалды. Сонымен 2013-2017 жылдары экономиканың өсу 6%-дан 7.6%-ға дейін болады деп болжануда. Бұл параметрлер экономиканың орта мерзімдік кезеңдегі 7%-дық өсімін қамтамасыз етеді. 2017 жылға қарай жалпы ішкі өнімнің жан басы шаққандағы өсімі 24.5 долларға жетеді деп күтілуде. 2013 жылы бұл көрсеткіш 14.5 мың долларды құрайтын болады. 2013-2017 жылдары жылдық инфляция деңгейі 6-8% аралығында болады. Өсімнің жоспарланған параметрлерінде қол жеткізу әлеуметтік экономикалық саясаты мынандай бағыттарға тиімді іске асыруға оң әсерін тигізеді. Итак, уважаемые коллеги, направление первое – это обеспечение макроэкономической стабильности за счет скоординированной денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики.
Будет проводиться контрцикличная макроэкономическая политика с целью минимизации рисков при возможных вариантах развития экономики. Для удержания инфляции в запланированном коридоре будет продолжена реализация комплекса мер по обеспечению стабильности цен на внутреннем рынке. Повышение тарифов естественных монополий будет проводиться с учетом их предельного вклада в инфляцию. Продолжится применение механизмов таможенно-тарифного регулирования. Налоговая политика в среднесрочном периоде будет направлена на стимулирование развития несырьевого сектора экономики, создание благоприятного инвестиционного и бизнес-климата, поддержание конкурентоспособности отечественных производств. С учетом обращений граждан, представителей бизнеса, разработаны поправки некоторых законодательных актов по вопросам налогообложения. И мы надеемся на активное содействие парламентской фракции партии «Нур Отан» в принятии этого важного закона. Второе. Обеспечение устойчивого экономического роста путем масштабной модернизации и диверсификации экономики, защиты конкуренции и улучшения бизнес-климата в стране. В настоящее время правительством активно ведется работа по актуализации государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию до 2014 года. Важно дополнить программу инструментами, обеспечивающими не только рост производительности в несырьевых секторах экономики, но и способствующим внедрению энергосберегающих технологий, увеличению использования экологически чистых возобновляемых источников энергии. Начнется реализация таких крупных инвестиционных проектов в сфере инфраструктуры, как строительство первого модуля Балхашской ТЭЦ, газопровода Бенил-Бозой-Ак-Булак, будет проводиться активная инвестиционная политика. Особый упор будет делаться на использование возможности углубления интеграционных процессов в рамках единого экономического пространства и таможенного союза. С 1 января 2012 года вступили в силу 17 соглашений, составляющие правовую базу единого экономического пространства. Ведется работа по их практической реализации. Правительством проводится системная работа по улучшению бизнес-климата в стране и минимальному сокращению административных барьеров. В июле текущего года принят закон, который позволил сократить все виды лицензий и разрешений почти на 30%. Утверждена концепция дальнейшего реформирования разрешительной системы. Для ее реализации будет разработан единый закон о разрешениях и уведомлениях, закреплением в нем исчерпывающего перечня всех разрешений. Уже с апреля лицензии выдаются в электронном формате, а выдача 80 наиболее востребованных разрешений будет переведена в электронный формат до конца текущего года. Для исполнения поручений главы государства разработаны основные подходы к комплексной концепции государственного регулирования предпринимательской деятельности до 2020 года. Продолжится реализация программы «Дорожная карта Бизнес-2020», показавшей свою эффективность и востребованность среди малого и среднего бизнеса. На сегодня в целом по республике к субсидированию одобрено 2030 проектов общей стоимостью кредитов 574,3 миллиарда тенге, прогарантировано 55 проектов на сумму 11,8 миллиардов тенге. Проведена инженерная инфраструктура для 335 предприятий. В результате сохранено 132 тысячи и дополнительно создано 35 тысяч новых рабочих мест. Приняты дополнения в программу «Дорожная карта Бизнес-2020», с учетом которых впервые будут предоставляться гранты для начинающих предпринимателей до 3 миллионов тенге, субсидируются лизинговые сделки, а также реализуется новая система гарантирования кредитов. Для малого и среднего бизнеса в городах с низким и средним экономическим потенциалом предусмотрено снятие отраслевых ограничений и увеличение размеров субсидирования процентных ставок по кредитам до 10%, что дает предпринимателям возможность получить кредит под 4% годовых. В целом на 2013-2015 годы на реализацию программы «Дорожная карта Бизнес-2020» предусмотрено 106,6 миллиардов тенге. Результатом проводимых системных мер правительства по улучшению делового климата в стране является
47 место Казахстана в рейтинге Всемирного банка Doing Business 2012 и 52 место в рейтинге ВФ по показателю бремя государственного регулирования. Об этом вы тоже хорошо знаете. Третий приоритет работы правительства – это социальная модернизация. В соответствии с направлениями, обозначенных главой государства в статье 20 шагов к обществу всеобщего труда, она направлена на повышение благосостояния и качества жизни населения с акцентом на реальный производительный труд, создание условий для роста среднего класса, исключающие массовое социальное иждивенчество. И наша общая задача – это обеспечение социального единства и стабильности. Это предполагает равенство возможностей при быстром развитии экономики и формировании экономики с высоким уровнем продуктивной занятости. При этом рост валового внутреннего продукта на душу населения должен отражаться не только в номинальной величине, но и в качественном улучшении реального уровня жизни населения. В связи с этим получит дальнейшее развитие программа занятости 2020, которая сегодня обеспечивает занятость населения через обучение, переобучение, содействие трудоустройству, развитие предпринимательства населения. На 2013-2015 год на реализацию данной программы предусмотрено 293,6 миллиардов тенге. Согласитесь, достаточно большие деньги, но очень важное направление. Программа дополнена новым направлением развития сельских населенных пунктов. Это развитие коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры на селе, строительство врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов. В сфере здравоохранения основной упор будет сделан на повышение качества медицинских услуг, расширение предоставляемой медицинской помощи. Принятые меры уже позволили снизить на 40% смертность от болезней кровообращения, на 13% материнскую смертность, на 7,2% младенческую. Для развития передовых медицинских технологий, подготовки высококвалифицированных кадров планируется создание мощного национального научно-онкологического центра и госпиталя будущего. Построение инновационной экономики, основанной на знаниях, требует качественного развития системы образования. Сегодня успешно развивается Назарбаев университет, абсолютно новый проект мирового уровня, ориентированный на трансфер трех важнейших составляющих – это образование, наука и инновации. Поставлена задача по последовательному распространению и внедрению этой модели на всю систему высшего образования в Казахстане. В системе высшего образования будет продолжена аккредитация вузов в целях повышения качества образования и конкуренции между ними. Ведется работа по интеграции образования и науки путем создания научно-исследовательских институтов и других научных структур при университетах. В целом, на реализацию поручений главы государства данных статей о социальной модернизации Казахстана «20 шагов к обществу всеобщего труда» в республиканском бюджете на 2013 год предусмотрено 379,4 миллиардов тенге. Новое направление получит развитие жилищного строительства в рамках программы «Доступное жилье-2020». Также будет продолжена реализация программ модернизации жилищно-коммунального хозяйства, программы «Акбулак». В рамках программы модернизации ЖКХ к концу этого года планируется провести модернизацию коммунальных сетей с общей протяженностью порядка 1000 километров. По программе «Акбулак» до конца 2012 года планируется довести доступ населения к централизованному водоснабжению в городах до 84%, в сельской местности до 43%. Целевые трансферты перечислены регионам в полном объеме. Теперь исполнение зависит от работы местных исполнительных органов. В целом, на реализацию мероприятий по улучшению жизни населения, включая эти программы, на 2013 год предусмотрены 287,7 миллиардов тенге.